Инвестируя в успешное будущее. Так называется международная конференция, которая прошла сегодня в Донецке. Ее цель – привлечь деньги иностранцев в украинские компании. В мероприятии участвовали представители 28 стран. Здесь собрались более сотни украинских предпринимателей. Они работают в сферах сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий, строительства, транспорта и туризма. Это наиболее интересные отрасли для европейских инвесторов, отмечают участники конференции. Наши шахты, вы должны приехать, посмотреть. Это другие шахты, чем у вас. Как бы безпека шахта. И то есть тоже возможности польского бизнеса здесь у вас. Чили обладание до шахт, безпека шахт. Остается только создать грамотные и благоприятные условия для того, чтобы этот ресурс был успешно реализован, чтобы были увеличены вложения капитальные в развитие производства, в развитие потребления и, конечно же, в развитие науки и инновационной деятельности.